проживают на дне океана, предстоит ответить специалистам Росрыболовства. Правда, изучать будут не океан, а озеро Байкал. Специалисты проведут гидроакустическое исследование численности омуля. Процедура намечена на конец весны 2018-го, когда рыба держится плотными косяками. Главная задача – понять, насколько катастрофична ситуация с эндемиком. Из-за нехватки омуля со следующего года даже запретили его промышленный лов.